Итак, всем привет, с вами Манчкин. Сегодня мы будем делать смотр на новую игру, которая создавалась на основе фэнтезийных книг, известных как «Игра тронов». Так, настройки я уже посмотрел. В принципе, все достаточно просто. Поэтому приступим сразу к игре. New Game. У нас игра на английском, как видим. Выбираем сложность игры. Так. Говорят, что на игру стоит обратить свое внимание. А мы проверим, так ли это на самом деле. Когда вы играете в игру тронов, вы или победите, или сдохнете. Year 298. Westeros. Realm of the Seven Kingdoms. The world has changed. The ancient line of kings had its fire extinguished after reigning over the Seven Kingdoms for many centuries. Тут, в принципе, рассказывается сюжетик. Rebellion unified most of the realm's great houses under a single banner, thus bringing about the fall of the Targaryens. Серии, в принципе, могут не обращать даже на это внимания. He acceded to the Iron Throne, becoming Lord of the Seven Kingdoms. Так, ладно, пропускаем. Книжечки мы читали. В принципе. Так что лучше обратить свое внимание на геймплей. Где-то южнее стены. Ролик на движке игры, это понятно. Прям напоминает Вечера второго, когда он тоже убегал. И графика тоже, кстати, напоминает Ведьмака второго. Но похуже, похуже, да. Модельки стильные достаточно, несмотря на некоторую угловатость. I knew that you were the one he'd send, Mars. Damned moment. It had to be you. It's over, old brother. All your attempts are in vain. You know I'll end up taking you to Castle Black, dead or alive. Why not let me get away for old time's sake? Должны доставить этого мужичка живым или мертвым. Вместо того, чтобы застрелить его, вступая с ним в полемику. Прям голливудские страсти. Питбульчик. Или как эта порода называется, ничего так. Настоящий день. Первая глава. Морс. 15 лет. Тыры-пыры. Плей. Так, значит, тут нам дадут возможность выбора персонажа, по идее. Да. Рыцарь. Ага. Они все тут рыцари. Landed Knight. Это что у нас? Мечи. Защита. Дополнительные стойки. Так, короче, это классический рыцарь. Это с двуручником. Это у нас что-то типа варвара, походу. Магнар.
еще. Только три. На выбор. Маловато. Люблю двуручники. Так, а что там у него? Берсеркер. Возьмем этого. Так. Распределение статов. Как видим, RPG элементы присутствуют. Собственно, это, наверное, и есть RPG. Да пофиг. Так. У нас, судя по всему, основной урон, если двуручник, то будет сила. Так. Интеллект нам нафиг не сдался. Удача. На что влияет удача? Increase your chance. Extra loot. And critical hits. Agility. На скорость атак, короче. Значит, мы увеличиваем силу. Удачу. Итак. Next. Так, наши таланты. Stance points. Ну, первое по-любому у нас идет. Domination. Two-handed weapon. По одному очку вкладывается в талант. Так, это у нас дамаг пошел. Это что-то. Area interrupt. Makes ground shake to stun nearby opponents. Тут у нас. Короче, кровотечение, а это стан. Так. In the face. А тут unleash. Надо найти, где критические удары есть. И брать эту веточку. Директ. Шанс избежать стана, быть опрокинутым. Нету тут критического урона, но из-за этого навыка можно попробовать взять эту ветку. Так, если оппонент застанен, дамаг увеличивается на 2. Next. Так, тут у нас навыки владения оружием. Придется по 2 кидать. Потому что неизвестно, с каким оружием мы будем бегать в итоге. Ну, на heavy armor побольше кинем тогда. Так. Balance found. Что-то такое интересно. Choice of Hurricane's traits. Пассивки. Понятно пока. Так, the number of traits, strengths and weakness must be equal. You can choose up to 3 strengths. Так, интересно, интересно. Классная, классная штукенция, однако. Их тут еще и много. You are an expert in parrying attacks with your shield. Так, щита у нас нету, значит не надо. Это нам не надо.
Your physical strength makes you more effective to handle heavy weapons. Так, это надо. Это нет. Это тоже нет. Фигня. Надо найти что-нибудь на критический урон. Так, мастер ядов не надо. Медицина не надо. Gifted skill point on pill level. Так, акробат. You can sense bends deflect blows. Избегать выстрелов стрел. Так, лич. Понятно, значит, сколько мы здесь выбираем слева, столько мы должны выбрать справа. Тем самым ослабив себя. Блин, на самом деле достаточно. Вот это выберем. Это не будем, конечно. Attack speed нет. Asthmatic energy cost. Deflection. Increase which costs you flash. Makes you touch less. Доджа у нас нету, поэтому можно выбрать. Еще один пунктик. Energy recovery. Next. Так, создание персонажа закончено. Can be used later. Оставшиеся поинты можно будет использовать позже на странице персонажа. Подтвердите? Yes, of course, ёпта. Пора уже в игру отправиться. Сдался чувак, как мы видим. Поэтому мы привели его в замок. Какой камень? Паршивый. 15 years. Remember Moore's? Полигончиков там совсем нет практически. At the time I really believed in the mission of the Night's Watch. You've changed, old brother. I never thought you would betray us. Aye, well, you've always had a knack for choosing friends. One night here, and you'd already bashed in three of our brother's skulls. I wasn't the only one there, if I remember rightly. That's me. I never think of the consequences. All I do is give. Look at this, boys. Morse finally brought back that worm, Gorol. Well done. Some men bet against you, but I wagered you'd make it. It must have been quite a hunt. Gorol knows how to cover his tracks and isn't half bad with the sword. I've known you for 15 years, but I still have just a shred of hope to give you and your damn dog the slip. I would have hated getting caught by a little shit like your friend here. Hold your tongue, deserter! That's not what your mother said last night. I'll teach you about respect, dog! Enough! I forbid you to touch him. Чувак затроил рыцаря. Against him, blade in hand.
Tell me, where is Mormont? The Lord Commander is in front of the Commander's keep with the new recruits. They've just sworn their oath, so they are fine. Давайте уже нам походить. Морз, you brought this traitor back. Мы привели обратно предателя. I did what I had to, Lord Commander. Я сделал то, что должен был сделать, ёпта. Recruits, рекруты, слушайте меня. Морз here is our best cracker. Now, мы здесь типа самые крутые. Brothers of the Night's Watch. He will mold you into rangers. He has just returned from a very delicate mission. Какой-то там чувачок вернулся с миссии. Who took the cowardly in the name of the Night's Watch? I thank you, Morse. Диалоги. I know how hard it must have been for you to hunt down a friend. Во имя там какого-то ночного смотрящего, я благодарю вас, Морс. Я знаю, как это трудно. Типа, блин, поймать своего друга. Будем преданными нашей вере. If we go back on our word and our mission, then we are nothing. If only all my men spoke like that. Speaking of new brothers, I see only four of them. Where is the fifth? Someone. Где пятый брат? Last night. Кто-то его. He's been looked after by Maester Aemon as we speak. Натянул. One of our. Да. Предатель. Damn it. Черт. I swear I'll я клянусь. Culprit alive. Alas. We didn't. Стяну ему шкуру, короче. What a pity I never managed to corner him. What a pity I never managed to corner him. Да, английский тут такой заковыристый, блядь, попался. Not very well chosen for your last words. What? Did I upset somebody? Silence, traitor. Each time I pass judgment. Чувак продолжает троллить нас, похоже. It is my duty as Lord Commander of the Night this morning some. Воодушевляющие речи. Wife, no children, ни жен, no lands, ни детей. All that matters is defending the wall and the. Все во имя защиты стены. Да дайте нам уже на стену на эту посмотреть, ёпта. Throughout the seven kingdoms of Westeros, you will be met with one punishment. Death. Enough talk. Хватит трындеть, дед. Пора за дело приниматься. He will be executed for desertion. Beyond our moors. Take Ronit. Right. Казнили чувака, короче. Since I need to teach you to survive at the war, gather in the exercise yard. Башка на пне, на плахе. Так. Вот, наконец-то, мы получили управление в свои руки. Камеру приблизить, отдалить не получается. Стырили топор прямо с места казни. Причем вроде бы даже двуручный. Так, ну давайте посмотрим. По управлению сразу можно сказать, что в игре желательно использовать этот, как его, джойстик. Посмотрите на эти ворота. Это просто ужас. Так. Камера ворочается зажатой правой кнопкой мыши. Прямо как в Вовке можно бегать. Так, давайте посмотрим на нашу стену. Здоровенный лифт. Еще здоровее стена. Вот, тени красиво сделаны. Четко, кстати, очень. Это классно.
А вот камни не классно. Так, ладно. Можно полазить по ящикам. Так, посмотрим. Это, значит, наш инвентарь. Вооружение. Equipment menu. Select the weapon. Бла-бла-бла. Так. Как посмотреть? Значит, щелкаем для просмотра. Урон 16. Значит, вот это вот байда, морда чувака, это значит то, что оружие экипировано. Ну, ясно, что покруче у нас топорик. Значит, заменяем. Повернуть нельзя чувака посмотреть. Так, это пояс. Это у нас броня. Всякая дребедень в виде колец, амулетов и прочего. А это то, что касается заданий. Так. Return to the game. Давайте посмотрим на топорик. Так, плохо, что камеру нельзя отдать. Ладно. Топорик, кстати, классный на вид. Так, куда нам бежать нужно? На карте отмечено. Интересно, сможем ли мы поговорить с кем-нибудь? Нет, не можем. Зато можем забрать еще один серебряный. Так. Попробуем посмотреть, что у нас в здании находится. Common Hall. Какой-то главный холл. Пламя. Непонятное какое-то пламя. Да, явно видно, что игра в плане графическом недоработана. Но я не думаю, что это скажется на геймплее общем. Потому что графики можно привыкнуть довольно-таки быстро. Чувак кого-то рубит непонятного. Со шкафа ничего достать нельзя. Поросятки жарятся. Careful when using the contents of your flask. You don't have an unlimited supply. Так. Колодец. Интересно сделан колодец. Так, прибежали мы на место встречи. You were as excited as a virgin to see your hero behave. Здесь, скорее всего, мы получим первые уроки ведения борьбы. Ля-ля-ля. Я, короче, покажу, кто здесь хозяин. Pardon me. My vows should be stronger than my roots. Since I must train you, I'll show you why you must stay united. Attack me, one at a time. Я вам покажу. Так. Combat display, значит, экран боя, жизни, энергия, active stance, action, так, значит, тут есть у нас возможность помещения, так сказать, наших приемов дальнейших в очередь, прикольно. Enemy. Кликаем левой кнопкой мышки.
Три атаки помещаем в очередь. Что-то. Удары, как мы видим, медленные. Так, пауза на пробел. Замедление времени даже. Ага, значит, это у нас приемы. Так, попробуем застанить противника. Как видим, противник стал на месте. Так, Massive Strike. Достаточно медленная атака. Не продумана анимация приема. Headbutt, потому что оружие куда-то исчезает, потом резко появляется. Так, справились со вторым. Let me see what you're made of. Так, смена противников. Ну это нам как. Попробуем сразу заставить и нанести двойной урон. Так. Энергии не пишут, сколько осталось, поэтому непонятно, когда можно применять это. Что такое, интересно? Ага, это восполнение энергии, понятно. Добиваем. Нет, не добили. Двуручник неплохо справляется с боем, хоть и медленно. Мы должны поговорить. I knew that I could count on you. Я могу рассчитывать на тебя. The boy had enough strength to give the name of his tormentor. Strength to give the name of the. Craigan. Что-то имя. First Godhold deserts. You know. How? They may. All right, Jaw. Craigan. I know. Много диалогов. What? A knight in the service of the king's hand is riding towards castle. Нет времени думать. Пора приступать к действиям. Так, получили новое задание. Вот. Непонятно, почему тут нельзя подняться. Да. Тоже косячок. Тот еще. В принципе, играть можно. Потому что интересная боевая система, РПГ элементы присутствуют. Так, мы выходим за пределы начальной зоны, подтверждаем. Значит, это наша карта. Понятно, мы сразу доберемся до места назначения или по дороге все-таки пойдем. Да, сразу. Тоже неприятный момент. Где ж качаться мы будем?
Так, найти патруль в руинах Айсмарка. You can change weapons at any time during combat explanation. Так, можем менять оружие когда угодно, короче. Пошла! Рубильня. Плохо, что не видно. Хотя бы подсвечивались приемы, когда их можно было использовать. Мне вот пишут, не хватает энергии. И добили чувака. Так. Взяли меч. Вот плохо, что не видно параметры меча с этого самого. Одноручный, 19 урона. Так, так. Critical damage 8. Понятно. У нас топорик для критовика. Крейгенс патрул должен быть здесь уже. Мы должны найти больше. Мы должны найти больше. Could there be more of them? Four brave sworn brothers. Пробежимся, посмотрим. You wanted action, right? Well, что почем? So stop whining. Так, продолжим путь. В дырку упасть не получается. Хотя человек бы сюда явно провалился. Так. Еще один противник. Кстати, к РПГ игра поближе еще и тем, что увернуться здесь самому не получится от удара. Так, слутить противника можно только после окончания боя. Деревья некрасивые. Так. Заберем мечик. Ну и поговорим с раненым чуваком. Нашли мы его. Что-то здесь случилось. Я завалил пару, но их слишком много, типа. Звери. Why did your men send them? Get out of here. Да, типа, валите отсюда. It cost him. Почти чувака. Do as he did. We'll try. We must remember. Before I Craigan was cat. Этой игре до текстурки бы получше, вообще было бы замечательно. Так, мы нашли первую фласку свою. Выход. Опыта получили. Ключ для дальнейшего прохода. Ну что? Как видим, сейчас будет еще один бой. Еретика зажарили какого-то. Судя по броне, это был какой-то убийца, ассасин. Так, teammate. You can play as character pressing tab button. Фигня какая-то, короче. You must be in combat.
Конечно, комбат. Отменить можно? Можно. Да давай уже атакуй. Промазали мы первым ударом. А нет, попали что. Да. Как-то урон засчитывается после нанесения удара. Еще противники. Стан происходит всех, кто вокруг. Так, восстановление энергии, это мы уже знаем. Смена оружия. Еле-еле душа в теле. Значит, на последнем уровне сложности довольно-таки проблематично будет убивать. Так, нашли поливар. Сейчас проверим. 17 урон. Ладно, ничего толкового нема. Почему нельзя положить? Мы еще можем союзнику давать оружие в руки. А нет, только посмотреть, что ли. Это неинтересно. Так, есть у нас какое-то кольцо. Но посмотреть, что за оно, мы не можем, что ли. Ага. Дамаг плюс 4%. Нормально. Броня у нас даже не тяжелая, а легкая. Если мы снимем капюшон, получится? Нет, снять не получится. Дефолтную одежду снять нельзя. Ну и хер с ней. Так, ну что, можно в принципе уже заканчивать наш смотр. Первое впечатление об игре получено. Ага, нужно еще даже этого обыскать. Прикольно. Чувак горит, а у него еще что-то можно вынять из него. Нашли легкую броню. Так, вышли оттуда. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Вот они, варвары. Интересно, будут ли они с нами сражаться. Опа, вот это номер. Opponents attack. When you see an opponent preparing to use ability. Ага, мы можем прерывать атаки, используя стан, например, наверное.
успели прервать, как мы видим, атаку. Нанесли двойной урон. Отбежать в сторону мы можем, интересно, или нет? Потому что нам сейчас будет попа. Так. Красной линии показано, что эти особи атакуют цель. Так, разбираться в приемах других, это, конечно, жестоко. Защита. Урон, как видим, слабенький. Восстановим энергию для приема. Три атаки подряд наносит, и каждая с увеличенным дамагом. Это классно, на самом деле. То есть разобраться в приемах все-таки стоит. Добейте вы его. Вот так. Щитом в горло. Так. Watch out! That one's still moving! The bastard got running! I'll finish him off! Don't touch him, Poddy. He's not going to die right away. I've got questions for him. Не умер. Можно допросить. Dogs like you always travel in packs. Where is he? Shit on you, Crow! You know I always get what I want from my prisoners. All you'll do is suffer more. Give up. Go bugger yourself, old man. Son of a whore! Ah! Enough! I'll tell you what you want to know! Fine. What were you doing so close to Castle Black? There were only two of us and our men. We just climbed over the wall. Методом воздействия силового заставляем чувака говорить, кто он и чё он тут забыл. Enough. I knew you didn't have the stones. Your pity is insulting. I will be avenged. The half hand won't get here in time to save you. My brothers are coming for you, Butcher. Gorn will have your hide. As soon May the demons of the seven hells give him what he deserves. Save your Докабилитис. Мы можем и собака еще управлять, что ли. Ладно. Нашли мы нормальный шлем. Так. А почему я этим управляю? Новый топор. Отлично. Две фиолетовых шмотки за то, что открыли дверь. Так, лучника первого снесем. И
можно управлять любым членом. Значит, команды. Забираем лук и посмотрим все-таки, что мы такое подобрали интересное. Шлем и что там было еще? Так, 90 жизней. Resistance 3. Значит, сопротивление физическому урону 3. И что-то bargaining chance минус 1%. Поменять почему нельзя, интересно. Так, непонятно, почему не меняется на самом деле. Medium armor. А почему? Может, из-за этого? Двойным щелчком меняется. Понятно. О, вот это шлем красивый. Ништячок, кстати. Да ладно, несите, пацаны. Listen to me. Have pity. Constantly. At your command. The command. Так, ну что, после этого боя, в принципе, можно и закончить смотр уже. Ох, как он не вовремя стан-то применил. И ничего. Лучники. Поди, you stand here. You can count on me, Westford. Cover us as long as you can. I'll do. We'll go down. Чтобы сказать чуваку, что ты останешься здесь, они это рассусоливают на офигеть сколько времени. Так. Мы уровень не получили, если мне показалось. Ага, да, все-таки мы заимели один навык дополнительный себе. Откидывает противников. Кай. Скиллы нашей собаки. Атака. Так, значит, установка противников. Сразу смотрим наконечные пассивки. Атаки более смертельные. А тут у нас прям зверь собака получается.
10 скиллов у нас. Как и в прошлый раз, по 2 на каждый вид оружия. И 4 на броню. Тяжелую. Трейты мы не трогаем. Понятно. Посмотрим еще. Значит, оружие. 22. Неплохой одноручный топор. Даже не неплохой, а крутой. Ну ладно. Нашли новую броню, которая покруче, чем наша. Вся в черепах, ёпта. В общем, смотрится довольно-таки круто. Ну что, можно заканчивать наш смотр. Игра получилась довольно-таки интересная. Так. Если бы не графическая отсталость, было бы довольно-таки вообще заебись, так сказать. Но имеем, что имеем, и довольно неплохую игру. То есть проходить стоит. Сюжет, и сами понимаете, что крутой. Геймплей тоже на достаточно высоком уровне. RPG. Новая RPG. Правда, не open world, но ничего, сойдет. Все, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.